Так, мы приехали на позицию. Где, ну, где враги, ну. Блин, мне этот зонтик не нравится. Можно эти зонтики сниму отсюда? Mm-hmm. Отлично. Вот теперь полегче. Опа, сотик. Сотик, привет. Дайте в башню дам, сотик. А я его уже беру. Я его под каким углом беру, охренеть. Ты это видел? Жесть. Вот жду. Смотри, опять беру. Ё-моё, сотка в ахуе. Привет. Надеюсь, помнишь меня. Привет, Сенька, кум. Я тот, который не любит сидеть на стримах и люблю нарезки. Понял, ну-ну. Как новая ветка. Отлично. Какой самый приятный танк, кроме десяти? Семерка. Семерка. Самая приятная, кроме десятки, семерка. Короче, самая офигенная семерка, девятка, десятка. Но восьмерка тоже хорошая. Самых... И, пять... и пятерка хорошая. Самый худший шестой левел. Там прям неиграбельная УГ. Блин, братанчик. Да. А он даже... Я думал, он выйдет дать мне. А у него, короче, походу смысл просто туда-назад кататься. А может, у него ЛБЗ на танкование? Слышь? Ну вот сюда можно пробить, да, вот если попасть. Я знаю про эту зону, но туда не попасть. Ладно. Ладно. Боже, бедная сотка, я ему так сочувствую по-человечески. Это вообще, что это за бой у человека? Это ужасно, фу. Он, наверное, после боя сотку нахер продаст. Ты парик, а давай я теперь с тобой поговорю. Можно теперь с тобой? Пожалуйста, ты паревочек. Пожалуйста. А можешь фугасик ему туда засадить? Ах, козел на арте. О, кто-то в тебя выстрелил, выходи. Ох, молодец, ой, молодец. Так люблю, когда кто-то стреляет, он выходит, и ты такой пау. 826. Красота. Бля, бедная сотка, я вообще просто ужас. Какая же бедняжка. Какая же бедняжка на сотке. Стоп. Бум, есть. Ну это невероятно приятно. 784, 826, 782. Да, мужчины, это шок. Блин, куда попал и сколько урона нанес? 182. Вот козел. Больно? Не, все равно больно. Он аж сюда положил снарядик, а я был вот здесь. Ничего себе сплэш, у коня жесткий. Ребят, кстати, чат. У кого сплэш жестче, у 92-го или у коня? У 92-го, да? Или у коня? У кого? Скажите, пожалуйста. Эту тычку точно не пробью. Беру слово обратно.